Вітаємо. Нас звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. Сьогодні ми будемо говорити про Крим, а також про поїздки європейських депутатів до анексованого півострову. У нашій студії ми вітаємо Євгенію Андріюк, заступника координатора громадської ініціативи «Кримсос». Доброго вечора, пані Євгенія. Отже, однією з найважливіших новин останніх днів було те, що саме 9 німецьких депутатів з 3 регіональних парламентів Німеччини ввечері 3 лютого приїхали до окупованого Криму. Так, вони там мають зустрічатися із представниками російської окупаційної влади і обговорювати шляхи налагодження контактів із німецькою стороною. На загал, це є подія, так? Тому що за 4 роки таких частих вояжів і в такій кількості відбувалося дуже мало. Тут варто підкреслити, що депутати не представляють, вони не є депутатами Бундестагу, тобто вони не є депутатами парламенту, або іншими словами, вони не є народними депутатами, так як в нас прийнято говорити, вони просто представляють місцеві якісь ради. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, от я сказав, що це є непопулярно серед взагалі європейських політиків їздити до окупованого Криму з російської території. Так? І взагалі нонсенс є налагоджувати якісь контакти. Чому саме зараз це сталося і чому саме з Німеччини? Ну, на самом деле, это вопрос не в том, что это не популярно. Есть общая политика всех стран Евросоюза. Это официальное непризнание аннексии. И это, ну, абсолютно никаких контактов нету. То есть это даже не вопрос, хотят или не хотят ездить. Это очень строгая политика, которая в том числе потом может привести к определенным санкциям внутри страны. Вопрос тот, и тут важно понимать, с какой партии приехали немецкие депутаты. Все визиты, которые на самом деле были, это визиты таких маргинальных партий, либо политиков, которые не имеют никакого влияния внутри своей страны. И на самом деле это может быть каким-то событием для там, Крыма или России, и скорее для российской пропаганды, чем для европейских там, СМИ или европейских политиков. Немецкие политики, которые приехали, это партия «Альтернатива для Германии». Это новая партия, которая придерживается праворадикальной риторики. Они не пользуются массовой поддержкой в Германии. В этом году на последних выборах они на самом деле вошли в Бундестаг, что является как бы довольно там, такой тенденцией. Да, как, ну, в целом показатели во всей Европе с популярностью правых сил и правых партий. Да? Но вопрос в том, что, и как вы правильно подчеркнули, это не члены Бундестага. То есть это довольно маргинальная партия, это довольно маргинальные политики, которые не строят ни дискурса сейчас, и которые находятся в оппозиции к действующему европейскому порядку. И такие выходки для них, ну, что по-другому никак не назовешь, потому что это не является неофициальной позицией Германии. Очень смешно слушать о каких-то налагодженнях звездки, ну, потому что их просто не будет, и никогда правительство Германии не будет устанавливать никакие связи с Крымом. И поэтому для них это просто, для самих этих якобы политиков немецких, это как бросить вызов в их же существующей системе, показать, что они являются оппозицией, да, и вот поддерживают Россию в этом направлении. Сегодня також пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым повідомила, що вони відкрили кримінальне провадження за фактом візиту до окупованого Криму групи депутатів з Німеччини. Так, дуже багато відкривають кримінальних проваджень, там, що стосується там і окупованих територій Донбасу, а також анексованого півострову. Які юридичні наслідки, от, наприклад, для цих депутатів можуть бути? Тому що кримінальне провадження відкрили за фактом візиту, так? Давайте разберемся, что это означает. То есть это не против самих депутатов, а просто за фактом визита. Не, ну это нарушение депутатами законов, законодательства Украины. И поэтому, да, сейчас открыто, скорее всего, только по факту визитов, в рамках которого будет расследование, будет установлены личности тех людей, которые есть, и, соответственно, это превратится и против самих депутатов. Здесь, наверное, что самое важное, во-первых, важен факт, что органы власти Украины стали реагировать
оперативно, да, то есть не сравнить ситуацию с тем, как это было 3 года назад или даже 2 года назад, когда оперативного реагирования не было. Важно тоже, что законодательство, в том числе, довольно жесткое в рамках пересечения границы, и к ответственности часто административные привлекаются и сами, например, граждане Украины, которые проживают в Крыму, которые потеряли паспорта, выехали в Ростов и возвращаются. И здесь очень важно разграничивать, кого привлекать к ответственности за нарушение границы, да, кого нет. И в этом случае как раз-таки это очень удачный пример, когда европейских политиков, которые нарушают законодательство Украины, нужно привлекать к ответственности, в то время как, если это сами же граждане Украины, которые потеряли паспорт и въезжают, то совершенно другая ситуация. Последствия могут быть те, что кроме того, что будет здесь расследование, как возможная санкция, запрет на въезд в Украину, так и дальше в рамках сотрудничества уголовного эти дела могут быть переданы дальше в Германию, и там уже правительство Германии будет принимать решение, прокуратура, какие у них есть полномочия, учитывая все-таки, что это чиновники, поэтому есть иммунитет, и, возможно, против них не будет дальше санкций. Но, опять же, важно, что это не просто политическое выступление, это не просто Министерство иностранных дел сказало, что так нельзя делать, и подало ноту протеста. Это важно, что это ответственность правовая, юридическая ответственность, которая направлена против конкретных лиц. Тобто, я правильно зрозумію, поки що це такі голослівні звинувачення. Ну, чесно кажучи, я правильно вас зрозумію, тому що в неділю посол України в Німеччині Андрій Мельник, він заявив так, що безвідповідальний вояж, я цитую, кількох політиків з партії АФД місцевого масштабу за незаконно окупований Крим може мати для цих городдепутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо. Вопрос в том, что как раз-таки возбуждение уголовного дела прокуратурой здесь, в Украине, является первым шагом для тех правовых последствий. Да? Потому что, естественно, протесты посла и протесты МИДа будут оставаться только дипломатическими нотами. И когда это внешнее политическое ведомство делает заявление, тогда уже МИД Германии решает, как реагировать. На возбужденное уголовное дело это уже совсем другие вещи. И здесь уже, ну, это не вопрос, хотите реагировать или нет. Да? В соответствии с сотрудничеством, если будет наша прокуратура подана дальше документы в Германию, то они просто обязаны будут реагировать. Да? И дальше вот это как раз-таки вопрос о тех правовых последствиях. Возбуждение уголовного дела – это уже не просто ноты протеста и не просто слова. Это начало процесса привлечения к ответственности тех людей, которые нарушают законодательство Украины. Евгения, вы, кроме того, еще и заступница координатора громадской инициативы «Кримсос», вы юрист. Все правильно, так? Да. Дивіться, я чудово розумію, про що ви говорите, але на даному етапі, і просто я наведу кілька прикладів, так, це все залишається на рівні того, ці всі речі, наприклад, там, притягнення до кримінальної відповідальності, можливо, щодо депутатів будуть санкції на рівні там гасла, там, ну, що ми не визнаємо окупованості Кримського півострову, він досі залишається українським, але реально ми нічого зробити на даному етапі не можемо. Чому я так говорю? Так? В березні 2017 року були представники Сербії та Чехії в анексованому Криму. Ідентична ситуація. Серед них депутати сербського парламенту від радикальної партії Міловат Бойч і Дубравко Бойч. Так? Член президії цієї партії Олександр Шешель, сербський письменник і політолог США Трифкович, а також член палати депутатів чеського парламенту Ярослав Голік. Окрім того, у липні 15-го і серпні 16-го року анексований Крим відвідав депутат Національних зборів Франції Тієрі Маріані. Також італійці у 16-му році відвідували Крим. Логічного завершення. Ну, в том числе, да. Разумеете, так? Да, можно говорить, понятно, можно поднимать этот вопрос. Но, опять же, и то, почему в том числе мы приветствуем там возбуждение уголовного дела, сейчас очень оперативно, да. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но, тем не менее, по большинству вот тех случаев, которых вы перечислили, на следующий день или в тот же день не было возбуждено уголовное производство, да. То есть это же ведь вопрос не только европейских политиков, как они реагируют, и европейская реакция. Это в первую очередь вопрос реакции Украины, что мы делаем. Если мы здесь возбуждаем
уголовные дела и передаем дальше в ту страну, откуда приехали эти политики, чтобы они в том числе дальше разбирались, ну, то это как бы один путь. Если мы сами на это не реагируем, кроме нот протеста МИДа, то так оно и будет. Вопрос еще важен на то, как функционируют европейские страны и европейская демократия, несмотря на то, что... Ну, то есть и тут важным в этом плане является общественное мнение. Ну, не могут запереть депутатов и не пускать никуда, не могут их арестовать по приезду. Как бы, возможно, нам этого хотелось. Розповісти вам общественне мнение, я вам розкажу. Наприклад, я дуже добре знаю італійську ситуацію, тому що я 5 років жив в Італії, закінчував італійський університет. Своїм друзям, з якими я вчився після анексії Криму, я досі доказую, що Крим – це Україна, історично, за різними там мотивами і так далі. Тобто, суспільна думка там досить така відносна є. І вона відрізняється і від країни в країні, і вона відрізняється від політиків до політиків. Но, тем не менее, есть вопросы общеевропейской внешней политики, есть принятые принципы, от которых не будет отступаться. Мы говорим про ценности. Нет, не ценности, а принципы. Вопрос непризнания аннексии – это не просто политический вопрос. Это политика Евросоюза, принятая абсолютно всеми странами-членами. Поэтому ни один МИД ни одной страны, будь это чешский, в котором сейчас ситуация с правительством тоже не очень нам благоприятствующая, да? Будь это итальянский или испанский. Но я говорю о том, что Земан, так? Да, я говорю о том, что ни один МИД, ни одной страны-члена Европейского Союза не позволит себе сказать официально на позицию страны, которая якобы указывала на признание аннексии. Да? Потому что это признанное в Европейском Союзе, принято всеми странами, обязательное для всех политика. То, что есть отдельные депутаты, которые ездят и будут ездить, и это будет все больше и больше использоваться Россией, так оно и будет происходить. Но важно понимать, что это политики, которые на данный момент сейчас не формируют общую политику и не меняют политику, которая есть в Европейском Союзе. Зрозуміло. Тоді, чому зараз модно називати в Україні такий хайп, так, через їхній візит? Якщо вони не формують політику, політика Німеччини, загальноєвропейська є зрозумілою, чому про це важливо говорити? Я думаю, що тут опять вопрос того, наскільки ми розуміємо процеси внутрішні, політичні, європейські, і наскільки ми розуміємо, яка ситуація. Для нас зараз міжнародні організації, інші країни – це один із основних союзників, на яких ми опираємося, в тому числі, щоб і в деокупації Криму, і в тому числі, щоб лишній раз убедити, что нас поддерживают, да, что мы не одни с этой ситуацией. Поэтому украинское общество и политики очень болезненно реагируют на любые решения, на любое внимание. Как на такие ситуации, так с другой стороны, например, когда принималось решение Международного суда ООН, и наши коллеги, в том числе, которые работают с Международным судом, говорили, что давно на их практике не было такого большого внимания публики к Международному суду, чтобы стрим одновременно столько человек смотрели, потому что здесь все внимание было приковано к какой-то уже будет решение, да? Поэтому мы болезненно это реагируем, но очень важно разбираться и понимать эти процессы. И поэтому важно всегда смотреть, к какой партии относятся те люди, которые поехали, какие они делают заявления, какое у них там положение и позицию, которую они занимают в своей стране, откуда они приехали. Днями також ще було повідомлення також прокуратури Автономної Республіки Крим про те, що затримали колишнього заступника так званого міністра спорту в окупаційному уряді Криму Фаруха Камалова, якого затримали саме на пропуску Каланчак. Херсонський міський суд заарештував на місяць, хоча прокурор просив 2 місяці арешту, тобто запобіжний захід прийняти, і він їхав в Україну робити біометричний пас. Паспорт український, так, чиновник російський, вже можемо сказати, так, окупаційної влади. Давайте послухаємо, що сказала про обрання запобіжного заходу Тетяна Тихончик, так, вона прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим. Прокуратурою Автономної Республіки Крим погоджено йому повідомлення про підозру вчинення державної зради, це стаття 111 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі він знаходиться в слідчому ізоляторі у місті Херсоні. Завтра прокуратура буде клопотати до суду щодо обрання йому запобіжного заходу для затримання під вартами. Це був коментар Тетяни Тихончик. У мене таке запитання. От в Кримсос оці всі речі моніторяться також, так? Якщо десь щось відбувається.
голосне затримання, так? Тому що, ну, скажімо так, посадовець був вищої ланки, так? Не якийсь там пересічний або якийсь військовослужбовець, якого там звільнили з лав Російської Федерації, який був українським, перейшов десь кордон і захотів залишитися в Україні. Взагалі, наскільки важко є таких людей помітити, відфільтрувати і потім затримати? Это на самом деле довольно, не то чтобы сложная, но кропотливая работа. Собрать эту всю информацию, отслеживать, в том числе перемещение, и в том числе, чтобы все были в готовности как задержать, да, так чтобы и пограничная служба могла вовремя реагировать. И тут опять же вопрос в том, что нужно оперативное реагирование всего этого. И это задержание уже совершенно другой случай. И если по сравнению с тем, что мы обсуждали до этого, если немецкие депутаты – это граждане иностранного государства, то здесь это граждане Украины, которые совершили и тут же и ранее важили впливу на них. Да. Если они кордон пересекают, правда? Да, и поэтому вот, ну, один из вопросов, что на самом деле абсолютно, ну, и абсолютно большинство людей, и те, которые в том числе сейчас сотрудничают с оккупационными властями, хорошо понимают, и в том числе такие дела есть хорошим примером. Поэтому, правда, многие из них не выезжают, не пересекают здесь административную границу. Если они и выезжают за границу, то они выезжают только через территорию России, что в связи с этим, да, и усложняет весь этот процесс сбора информации, и поэтому очень важно, чтобы впоследствии все данные о тех людях, особенно когда мы говорим на самом деле о высшем руководстве, теперешнем сотрудничествующем с Россией, чтобы эта информация также передавалась в Интерпол, и чтобы в случае, если кто-то из них каким-то образом получил визу и выехал через территорию России в какие-то другие страны, чтобы они в том числе могли быть арестованы там и переданы потом сюда, в Украину. Дивіться, от мене таке запитання, а наскільки от є легко відслідкувати людей, які, наприклад, в'їхали на територію Криму зі сторони Росії, навіть ті самі українці, так, наприклад, там приїхали там, ну, там Київ-Москва, Москва-Сімферополь, так? Наскільки, тобто це є порушення, так? Це є порушення, за яке є кримінальна відповідальність. Наскільки є важко таких людей побачити и потом даже притягнуть до ответственности? Ну, фактически, идентифицировать их можно только в тот момент, когда они пересекают границу с территории подконтрольной Украине. Да? То есть это административная граница, либо если в том числе люди, например, не знаю, прилетают, они съездили в Крым, а потом прилетают назад, там, Москва, Киев на самолете, либо на поезде, то есть у них есть соответствующие штампы. Вопрос в том, что это вот вопрос, о котором мы говорили до этого, да? Что должен быть баланс, невозможно привлечь всех к ответственности, потому что у некоторых людей, ну, есть основания, почему они нарушают законодательство. Да? То есть это самая распространенная ситуация, это я упоминала, когда человек потерял, у него поврежден паспорт Украины, он въезжает в Ростов, в консульство, генконсульство, чтобы получить новый паспорт, ну, потому что по-другому человек не может выехать. И были случаи, когда таких людей привлекали к ответственности, не уголовно, административно, это обычно оплата штрафа. В Украине? Да. Но, ну, то есть, когда он пересекает административную границу, это видно, что он выезжал, таким образом нарушал закон. И есть точно такие же похожие ситуации, когда это было абсолютной необходимостью. И в этих случаях мы считаем, что не должно быть привлечения к административной ответственности, либо она должна быть снята. То есть есть факт, но тем не менее человек не привлекается к ответственности. Поэтому фактически все это происходит только на административной границе. Если я не ошибаюсь, по статистике последней за прошлый год было несколько тысяч таких случаев людей, привлеченных в первую очередь к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Давайте також трохи поговоримо і про права людини у Криму. Так, дуже багато про них говорять. Говорять на найвищих рівнях, в найвищих інстанціях. Це і парламентська асамблея Європи, і Рада Європи. Кримсько-татарський ресурсний центр, він зробив, скажімо так, підсумок, так, порушень, здійснених проти кримських татар, саме кримських татар, у 2017 році. І от вони, зараз наші телеглядачі можуть бачити цю статистику, 16 нових політичних в'язнів, і серед них 15 кримських татар, 16 вбитих, серед них 13 кримських татар, 16 зниклих безвісти, серед них 12 кримських татар, 286 затриманих, серед них 248 кримських татар, 340 допитаних, серед них 286 кримських татар. Ця статистика, вона
досить може бути відносною, так, і варіюватися, тому що доступу до інформації повноцінної немає. Я правильно розумію? Да, ну і крім того, вопрос к там вопрос доступу. Перший, второй вопрос это то, что не все жертвы нарушений прав человека готовы говорить открыто. И я думаю, что это на самом деле даже большая проблема сейчас, чем доступ, потому что активисты в Крыму в том числе очень оперативно и собирают информацию, мы же сейчас все знаем, в тот же момент прямо сообщают, да, стримами. Вопрос в том, что скорее, что количество намного больше, потому что есть люди, которые задерживали, которые подвергались пытками, которые просто из-за угрозы своей там жизнью, семье и благополучию просто боятся говорить. Вот вы моніторите як організація, там Кримсос, все, що відбувається в Криму, так? Ви знаєте про затимрених кримських татар, тобто і поіменно їх знаєте, так? Які вироки виносяться, зокрема Балуху винесли вирок, так? Вся Україна про це також говорила, засоби масової інформації. У нас в ефірі був архієпископ Київського патріархату Климент. І він сказав, що складається враження, що Україна, а зокрема він мав на увазі українських чиновників, вони забули цих всіх людей, так? Політв'язнів. Тобто вони фактично, багато з них, за свої проукраїнські погляди затримуються, утримуються в СІЗО, комусь даються вироки, і Україна фактично не допомагає. Коли я запитався, як ведучий, в чому мала би помагати допомога, полягати допомога, він сказав, ну, просто в елементарних речах. Так? Наприклад, залишаються сім'ї, де багато маленьких дітей, наприклад. І вони думають про те, як фінансово утриматися, коли там батько є у в'язниці. Ви погоджуєтеся з цією думкою владики Климента? Я би не говорила о том, що Україна взагалі нічого не делает. Угу. Є в тому числі цілий ряд шагов, прийнятих в останнє время, которые говорят об обратном. И я бы сказала, что это скорее усилия наши совместные. С нашей стороны, как общественный сектор, мы постоянно напоминаем и помогаем разрабатывать эти меры, да, ну, в том числе критикуем, когда надо, но в какой-то момент это помощь и поддержка. Так, летом 16-17 года Мустафа Джамиров зарегистрировал законопроект о заключенных, который предполагает социальную помощь, социальную поддержку. Он проходит сейчас чтение в комитетах, и мы надеемся со своей стороны, что как можно скорее он будет вынесен в зал на голосование, да, но вот этот законопроект в первую очередь о том, о чем говорил Климент, о помощи материальной, в том числе тем семьям, у которых суды проходят в России, есть возможность у Министерства иностранных дел помогать с поддержкой и оплатой адвокатов, и как это уже было по нескольким делам до этого, которые были осуждены, так и в том числе также планируется по следующим. То есть я бы сказала о том, что вот есть ряд мер, и в том числе, я думаю, что, наверное, представители официальных органов власти сказали бы, что в том числе освобождение Ахтема Чигоза и Ереми Умерова в том числе было сделано при усилиях, да, и при максимальной вовлеченности украинской стороны. Естественно, этого недостаточно, и, скорее всего, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся в Крыму, всегда будет недостаточно, чтобы помочь как можно больше, потому что каждый день, каждую неделю появляются новые политзаключенные. Но, тем не менее, есть определенные шаги, которые, да, не всегда уверены, не всегда это четко, но, тем не менее, этот процесс начался, и мы со своей стороны надеемся, что, да, что так и будет, что это будет ложиться в системную политику как помощи семьям, так и системной политики освобождения политзаключенных. Але це поки що на етапі законопроекту. Да, да, это законопроект. Коли можна очікувати, що це стане законом, то, так? Я говорила про поддержку Міністерства иностранных дел, это уже есть, это принято, и это может быть, и в том числе в этом году в бюджете Украины, в том числе заложено отдельно средства именно на поддержку пострадавших. Ви сказали, що співпрацюєте з різними інстанціями, так? В тому числі з різними міністерствами. Якщо ми говоримо, владика Климент також багато критикував Міністерство тимчасово окупованих територій. Так, він сказав, що вони також практично нічим не допомагають і ні в чому не беруть участі. Чи можете ви також це підтвердити, чи ні? Ну, опять же, я не була б настолько радикальна, угу. Да, і не говорила, що нічого не происходит. Упомянутий мною законопроект, поданий Мустафою Джаміровим, був розроблений совместно з Міністерством по окупованим територіям, і в тому числі з автором його є міністр Вадим Черниш. З другої сторони, якщо ми говоримо конкретно о темі політзаключених, да, на самом деле, я думаю, во многому міністерство було ограничено, в тому числі і своїми ресурсами, і зараз, наприклад, прийнято рішення о том, що создається
в рамках министерства отдел по вопросам, по проблеме политзаключенных. И насколько я знаю, что сейчас как раз-таки приходит конкурс и набираются люди в этот отдел. Я думаю, что те как раз-таки зрители, которые были бы готовы и хотели бы работать как раз-таки в государственных структурах, чтобы помогать максимально, это хорошая возможность. Поэтому, опять же, я не была бы радикальной, да, делается недостаточно. Але чому аж на четвертий рік, так? От чому ми тільки дозріли до законопроекту на четвертий рік? Я Анексію пам'ятаю, я особисто там був в Криму, четвертий рік. От скоро буде річниця, 4 роки в березні. Ми тільки дозріли до законопроекту. Чому так, я на вашу думку? І, к сожалению, нету в том числе и системной политики, да, если мы говорим о политзаключенных, у нас до сих пор не приняты критерии четкие, как, кого мы освобождаем, каким образом. И это говоря только об узком сегменте политзаключенных. Я могу говорить и многие другие противоречия, в том числе в государственной политике, начиная с закона о свободной экономической зоне и статуса нерезидентов, и заканчивая это многими другими вещами. К сожалению, так это есть, и для нас в первую очередь связано с тем, что нет системной политики и системно, наверное, акторов, которые могли бы проводить эту политику, да, и как общее видение. Нема зацікавлених авторів? Ну, у нас проблема с юристами. Сложно сказать, Єлена, щоб ми зрозуміли, так? Сложно сказать, нету ли заинтересованных. Да? Вопрос в том, что нет видения четкого и нет четкой стратегии. И сейчас уже, на самом деле, учитывая, что сейчас на четвертый год отсутствие этого видения и стратегии становится все более критичным. Да? То есть мы принимаем вот так вот одни шаги. И чем дальше у нас его не будет, тем больше будет выигрывать от этого Россия. И поэтому, чем более решительно и чем быстрее начнут приниматься действия, в первую очередь, для того, чтобы помогать крымчанам, да, тем лучше. Это будет, в первую очередь, как для самих людей, которые живут в Крыму, но в том числе и для всего процесса деоккупации. Євгенія, ми продовжуємо з вами розмову вже за кілька хвилин, тому що у нас зараз на зв'язку є з Криму Заїр Смедляєв, юрист та правозахисник. Добрий вечір, Заїр, слышно нас? Він зірвався, тому ми не через кілька хвилин продовжимо з вами розмову, а вже зараз. Ви сказали, що Україна досі не має бачення того. Так часто це чути в ефірах. Вона не має бачення щодо, що робити з окупованими територіями Донбасу, і вона не має бачення також щодо анексованого Криму. Ви спілкуєтеся з людьми у Криму? Вони це відчувають? Вони це знають? Ті самі кримські татари? Ну, это сложно скрыть, да. То есть, начиная от того момента, когда люди пересекают административную границу, и когда украинские пограничники у них бывает требуют на административной границе показать российские паспорта, совершенно непонятно зачем, потому что по закону об оккупированных территориях любые документы, выданные там, у нас признаются недействительными. И мне кажется, по-другому нужно встречать людей, которые уезжают с оккупированной территории. Начиная с этого момента, я думаю, что тем людям, которые пересекают границу, да, все становится понятно. И заканчивая всеми основными вопросами документов, свидетельства о рождении, биометрических паспортов, идентификационных карт, которые сейчас... Євгенія, я вас переб'ю, тому що вже з'явився, мені підказують редактори, що є Заїр Смедляєв, юрист та правозахисник, з нами на зв'язку із Криму. Доброго вечора, Заїр. Слышно нас? Заїр, вот мы здесь много с координаторкой, одной из координаторок громадской инициативы «Крым-СОС» разговариваем о Крыме. И вот мы также представляли статистику Крымско-Татарского ресурсного центра, где большинство политузников, политзаключенных, а также людей, которые преследуются, это крымские татары. Какая сейчас ситуация в Крыму? Но ситуация в Крыму сейчас такая, что аресты, задержания не прекращались и не прекращаются. То же самое с обысками. Судебные процессы происходят. Конвейер сегодня 10 апелляционных жалоб рассматривал по одиночным, по участникам одиночных пикетов. Вчера там в Джанкое пьяные исследователи раздавали повестки, там обвиняя крымских татар в каком-то хищении. То есть, ну, опять же, в семью Дерея Кумаметова вызывали мать на допрос. Якобы она обвиняется в оскорблении представителей силовиков. Ну, то есть сегодня уже настолько репрессивный аппарат усилил свою деятельность,
в отношении крымских татар, то даже на выходные не уходят, работают, раздают повестки. Ну, процесс репрессий продолжается и только усиливается. Вот мы здесь много также говорили о том, что могла бы сделать Украина для поддержки тех самых крымских татар, которые сейчас в тюрьмах или которых вызывают на допросы. Вот если говорить о людях, которые там живут, о крымских татарах, мы здесь как бы с Евгенией Андреюк, заступницей, вице-координаторкой, так, громадской инициативы «Крым-СОС», как бы подсуммировали, что Украина мало поддерживает этих людей, которые в Крыму. Вы соглашаетесь с этим или нет? Ну, смотрите, сегодня наибольшая проблема – это наличие адвокатов, в том числе те, которые сегодня есть, их тоже надо финансировать. Сегодня то огромное количество уже судебных процессов, это же ложится непосильной ношей уже на сами эти семьи, будь то крымско-татарские, будь то украинские активисты, ну, в том числе по Владимиру Бауху. Есть и работа адвоката, есть, в конце концов, престарелая мать, где тоже нужна помощь. Да? Ну, то есть сегодня уже помимо тех действий, которые там производятся, когда делаются заявления по незаконным задержаниям, обыска начинается, ну да, члены этих семей политзаключенных нуждаются еще и в материальной поддержке. Дякуємо за Іру Смідляєву, юристу-правозахиснику, який з нами зв'язався із Криму. Дякуємо вам за Іри. Отже, Євгенія, ми тут багато говорили про законопроекти, так, про те, що Україна має чи не має бачення, що робити з Кримом. Зараз ми не говоримо про Донбас, і от від Заїра прозвучали конкретні речі – гроші. Так, сім'ям потрібні банально гроші. Вони не думають про те, чи буде прийнятий законопроект, чи не буде прийнятий законопроект, коли він буде прийнятий, коли Україна буде мати бачення щодо України. Їм потрібні гроші на підтримку, на їжу. Де їх взяти? Сейчас это делается гражданским сектором, угу. Сейчас это делается активистами, которые, ну, в определенной мере, как и с начала, наверное, с 2014 года, берут на себя эти функции государства и на себе выстраивают вот ту поддержку, которая должна была бы делать государство. То есть это до сих пор на громадском секторе лежит, так? Это часть здесь, вторая часть, и это удивительно, на самом деле, то, что мы стали видеть в этом году, это поддержка, взаимная поддержка и самоорганизация крымско-татарского сообщества в Крыму. И я думаю, что многие зрители знают, когда в этом году начались очень крупные штрафы, как уголовные, так и административные, началась тогда Крымская солидарность инициатива, и до сих пор именно через Крымскую солидарность оплачиваются штрафы. С другой стороны, есть инициатива «Бызымбалалар, наши дети», которые ежемесячно, вот уже тоже около года, если не больше года, поддерживает постоянно и выделяет средства на помощь детям политзаключенных. Стали появляться тоже другие похожие инициативы. В целом, инициатива «Крымская солидарность» создана в том числе для этого, для поддержки. Иногда не всегда даже материальные, но просто поддержки усилиями сообщества, соседей, близких, знакомых, которые своими силами что-то могут сделать. Поэтому сейчас, наверное, даже поддержка внутри крымско-татарского сообщества сейчас, я думаю, иногда даже больше, чем от общественного сектора здесь, с материковой Украины. Коли ми говоримо про порушення прав людини у Криму і на загал в Росії, ми не можемо обійти теми так Парламентської асамблеї Ради Європи. Останній час дуже активно почали обговорюватися, тому що є люди, іноземці, так, представники і Ради Європи, і Парламентської асамблеї Ради Європи, очільники часом, які добиваються того, щоб Росія повернулася, так, до Ради Європи. Однак, чи впере? Проблема є в тому, що вона є виключена через порушення прав людини. І часто говорять в Україні, що все може бути реальним.
влітку Росія може повернутися до Парі? Ну, на самом деле, да, есть дискуссия, есть обсуждения, стали появляться голоса, которые говорят о том, чтобы Россия вернулась. Опять же, сложно строить прогнозы, тем не менее, с существующей ситуацией, с тем, как оно сейчас есть. Ну, я бы говорила о том, что это скорее маловероятно, и ну, нужно, чтобы случились какие-то определенные там, изменения. То есть, той ситуации, которая есть сейчас, на момент сейчас Россия бы не вернулась в Парис, за это бы не проголосовали. И опять же, на это есть консенсус определенный, и все равно большинство прекрасно и депутатов, и участников парламентской ассамблеи прекрасно это понимают, в том числе и европейских политиков. И я бы говорила, что в противовес этим голосам, тем, которые говорят, что нужно возвращаться, есть голоса, которые говорят в том числе очень радикально о том, что Россию в целом нужно исключать из, как из парламентской ассамблеи, так и из Совета Европы, потому что Россия не уважает базовых там, норм и принципов, и в целом нужно исключать. Да? И тут уже идет совершенно другая дискуссия, другого спектра, что если мы исключим Россию, тогда вообще не будет никакой площадки якобы для диалога. Поэтому я бы говорила, что это есть совершенно разные позиции, и я думаю, что в ближайшее время точно так же, как не будет изменяться общая европейская политика, не будут изменяться санкции, как бы этого не хотели определенные политики, которые на этом играют, как бы этого не хотела российская пропаганда, точно так же и позиции в ПАРЕ вряд ли изменятся, я думаю, в ближайшем будущем вряд ли Россия снова вернется в парламент. Наскільки потужно голос звучить України на міжнародній арені, так, в тій самій Європі. Я вас запитуюсь не як політика, так, а як людину, яка має відношення до громадського сектору. Так? Ми чуємо депутатів, наприклад, того самого очільника, пана Арєва, який очолює делегацію України при ПАРЄ. Він лише розказує про здобутки. Так, є проблеми, але він говорить про здобутки, він і політиком, він і політиком блоку Петра Порошенка. І часом у мене складається таке враження, що він мусить так говорити, тому що він політик. І тому я вас хочу запитатися, як представницю громадського сектору, ви також їздите на конференції, де представляєте проблематику і кримських татар, і анексованого Кримського півострова. Наскільки на цих конференціях, форумах чи симпозіумах знають про Україну? Чують Украину и готовы до неї прислухатися. На самом до позиції. Деле есть момент, что правда, особенно с мы сравним с 2014 годом, Украина стала представлять более консолидированную позицию и более активно и проактивно. Это первый момент. Другой момент, на самом деле, позиция отличается от разных площадок. То есть, на самом деле, и в этом господин Арєв абсолютно прав, в ПАРЄ, я сама была лично на заседаниях, позиция Украины представлена очень хорошо, учитывая, опять же, что нету России, и здесь это в том числе хорошо видно. Ну, то мы звучим голоснейше, так? Да, потому что нету фактически никаких голосов оппонента против. И я в прошлом году была на преобсуждении резолюции по Украине, и правда, абсолютно вся Украина украинская делегация выступает очень консолидированно, все высказываются, ну, очень четко, понятно, с другой стороны, очень резко обороняя как бы себя и позицию, поэтому это да. С другой стороны, если мы говорим про такую площадку, как ООН, например, и несмотря на то, что принятие резолюции уже второй год подряд по Крыму, это правда очень хорошо, и это очень хорошие новости. С другой стороны, в этом году мы видели, что количество стран, проголосовавших, было такое же. То есть это значит, что никакого особо разницы не было. Хорошо, конечно, что не стало меньше, но это было бы тогда совершенно да, трагично. И тут, и уже на другой площадке, да, ООН мировая площадка, здесь мы видим, что все равно есть недочеты по работе. То есть мы сейчас упираемся в круг стран, которые нас поддерживают. Но есть страны, которые и не за, и не против. И их, в принципе, большинство, странам там Африки и Азии, честно говоря, не очень важно, что происходит здесь. И на международной арене для того, чтобы удержаться и чтобы быть успешными, нужно продолжать работу вот именно с теми, кто посередине. И пока что эта работа не очень сильно и не очень активно выстроена. И дальше целый ряд вещей касается, опять же, тех вопросов, о которых мы уже говорили. Нескоординированности действия внутри страны. Потому что, например, есть Международный уголовный суд, который активно сейчас занимается ситуацией в Украине, но потому что Украина не ратифицировала статут Международного уголовного суда, то есть мы приняли там временное соглашение, дали временные полномочия. Это ухудшает в целом нашу позицию. Точно так же наши позиции представлены в международных судах, в разных судах иногда позиции противоречат между собой, противоречат в целом внутренней политике Украины, либо внутреннему законодательству. И все это вредит не только имиджу, но в целом позиции Украины на международном
международной арене, потому что ну, так работают международные отношения. Позиция страны должна звучать четко и понятно. Если мы в разных местах говорим разные вещи, тогда вроде как и там правда, и так правда. И на этом очень удобно играть потом России, говоря о том, что ну, вот здесь же такая была позиция, и они потом ее используют. Поэтому, говоря про вот местные европейские институции, я бы сказала, что да, Украина хорошо представлена, в том числе и в структурах Европейского Союза. Мы очень активно работаем с Европейским парламентом, да. Но выходя на более глобальные площадки, здесь на самом деле нам не хватает еще. И часто то, что мы говорим, что про забыли про Украину не говорят, но это в том числе и вопрос к нам, да, что и мы мало работаем с глобальной повесткой дня, и мало вписываем себя в глобальную повестку дня, где, ну, говоря крупным языком, конкуренция очень за внимание и за время, она очень жесткая, потому что там Украина стоит рядом с Сирией, там Украина стоит рядом с другими странами, с кризисами, в которых намного сложнее кризиса, да, и намного больше, скорее, жертв, поэтому они привлекают больше внимания. Дякуємо, Євгенія Андріюк, заступниця координатора громадської ініціативи «Крим-СОС». Мене звати Любомир Ференц, і наступні ефіри будуть присвячені річниці запуску радіо «Майдан», і ці ефіри буде вже вести Мавеле Мухтарова. Ну, а я, Любомир Ференц, прощаюся із вами і бажаю усім гарного вечора.